Priscilla. Priscilla? Мы сами делаем пастилу. Для всяких суши, суши, роллы. Здесь не нашли. Почем мы взяли? Я не знаю, ты брал. 29. А ты брал? Не знаю. 30 с чем-то, наверное. Надо еще. Табаско. Это добро в любом супере есть. Ну, а у нас вот тут больше. Табаско. Да. Сколько видов? 6. Что ты смотришь, я иду к тебе? Что это? Ну это градусник температуры. А для мяса, мяса, да? Да. Но он не температуру показывает, а там целый компьютерный. А тут электронный. Ну вот это все электронное, смотри. Вот это все электронное. Да, да, это, а вот, вот температура. Надо? Я не знаю, у нас мы так его используем. Мы на ощупь, да? По интуиции. 70 шекелей. А, килограмм мяса. Килограмм мяса. А это что такое? Смотри, Хэнс, это с грибами. Суп. Ну. Это с овощами, с томатом. Интересно. Петлиные семечки, обычные семечки, ананасики, а вот этот, фисташки, уже почищены. Специи сколько? Соль красная. Это вот гималайская. Красная. Розовая. Розовая. Крупная. Молотная. Да, вот. Не только такой пользу. А вот морская тоже. Настоящая морская. Это с побережья. Вот это что вот это вот? Это кумин. Это приправы, короче. Это что? Соус. А, соус. Это чесночный, да? Да. Мед. И чеснок. Это мы можем дома сделать. Да. Бусинки всякие. Сладкие. Это кондитерская посыпка такая. Паста. Это сахар. Ну, это торт украшать, это мастика. Сахарный.
Это анчоусы? Анчоусы. А что ты хочешь? Не знаю, понятно. Салатик на Новый год? На Новый год? Ну да, но тут их... Это очень соленое, да? Да, это соленое такое, это только салат. Со свежими, да, вот салатными листьями. А с авокадо пойдет? С авокадо. Яичком, да, вареным? Да. Хочешь взять? Ну, можно взять одну. Ну, давай. А, смотри, тут 4 плюс 1, смотри. Ну, сардины. Сардинки. Это что? Это гранатовый? А, уксус? Бальзамический, да? Бальзамический. А у нас разве дома нету? Есть у нас, но может какого-то нету, такого розового. Это тоже бальзамик или это просто уксус? Это уксус, Саша, винный. 6%. Это обычный. Бальзам вот. Это бальзам. Ну, он темный. А смотри, а вот это что уже он все? Нет? Угу. Это 60 секунд. Ну, его надолго же хватает. В одной капельке. Печень крестки. Нам этого ничего не надо. Что именно? Васаби? Васаби? А, васаби. Есть песто. Соус песто. Это все томатные соусы. Есть гуакамоле. Авокадо. Васаби. Это авокадо. А васаби нет. Ты хочешь порошок? Ну да, я бы взял порошок. Но... Это порошок васаби. Да, это порошок васаби. То есть не пасту ты берешь? Нет. Ага. Кстати, я давно не видела, они просто поменяли упаковочки. Смотри, это кунжут, а, кунжут со вкусом васаби. Есть кунжут со вкусом карри, чеснока, перца. Их очень много здесь всякие. Когда-то брали мы. Это какой? Оригинал написано. Но соя, это... да? Соевый соус. Это тоже соевый. Нет, это не соевый. Это шемен. Нет, то нет. Это кунжутный соус. Это масло кунжутное. Вот это соевый.
Куки нас есть. Это есть. А разве нам надо соевый соус? Да я бы взял себе хороший. А как ты узнаешь, что он хороший? Ну, бери вот этот вот оригинальный, который. Он очень жидкий, да? Ну, нет, он так... Густой? Густоватый, но не очень густой. Ну, хочешь, возьми. Давай, возьму, попробуем. Давай. Сегодня по китайским делам. Так, что еще у нас? А это что ты держишь? Что ты держишь? Ты тоже карамель будешь? Мне тоже. Ага. Все? Да.